Друзья, сегодня направляемся мы в парк Олимпийский, или Олимпийский комплекс. Проходим по улице Чкалова. Жилой высотный дом с черного стекла. Когда будешь так дёргать, будет вообще полоска. Идем на остановку. Вот эти все дома, это гестхаусы. Все сдаются номера. Вот улица 4. Друзья, мы направляемся вдоль по улице Ленина на остановку в сторону Олимпийского комплекса. Вот здесь вот магазин «Магнит». Прошли санаторий «Знания». Под зонтиком, видите, столик там сидят, ну там и там даже видно женщины, которые предлагают туристические поездки по Сочи, Абхазия. Здесь недалеко ЖД вокзал, 1-2 остановки. ЖД вокзал. Люди с чемоданами на вокзал едут. Смотрите, велосипедисты, велогонщики. Кстати, я вижу здесь ежедневно вот этих велогонщиков. Здесь проходят, видимо, соревнования какие-то. Смотри, какие красивые. Следующая остановка – птицефабрика. Птицефабрика. ЖД и автовокзалах используйте защитные маски. Рынок сгорел совсем недавно. Это вообще пожар был глобальный. Аж весь рынок сгорел. Остановка ТБУ Олимпийский парк. Олимпик парк хаб. Ребята, сегодня светит солнышко, дождя нет, но ветер пронизывающий, холодный, как в Индии. Которые там есть. Далее спускаемся вниз, проезжаем пальмовую аллею. Небольшой не может садиться, сюда гранироваться. Парк-кладбище, здесь жил народ, староверы. Хотели переселить. Сюда поездка и экскурсия исполнилась.
на пресс-контроле, я с мучкой на фотографии смотрю. Будет час стоить 1500 машин. Что это? Да, нет, можем. Вот там Диснейленд, ты знаешь это? Диснейленд, да? Сейчас будем смотреть вот такие вот, как они называются, эти сочинские горки? Американские горки. Мы здесь впервые, друзья, поэтому вместе с вами мы сейчас начнем прогулку по Олимпийскому парку, где проходила Олимпиада, где зажигался Олимпийский огонь. Вот так вот здесь вот, вот такие вот красивые деревья, елочки зеленые, вечно зеленые. Дорога до входа, как нам сказали, более 2 километра. От остановки, там, где мы вышли с автобуса, маршрут был автобуса 55-й, да? Мы доехали на 55-м автобусе, ходит еще 125-й экспресс. Место такое достаточно чистое, зеленое, красивое. Но хочу сказать, ехали на автобусе и проезжали очень много заброшенных зданий, высоких отелей, которые заброшены. Либо на продажу стоят, либо, я не знаю, также проезжали рынок в Адлере, который недавно сгорел и сгорел очень сильно. Вам здесь нравится? Да, нравится. Тебе не холодно? Вот такая вот территория Олимпийского парка. Это мы только зашли. Сейчас пойдем. Здесь небольшой городок детский. Он сделан в сказочном стиле под старину. Смотрите, для детей такой городок сделан симпатичный. Мост. Thank you.
Здравствуйте. А сколько фотка стоит? 200 рублей. Вот я хочу зайти в дольше.
маленькая, она не пойдет одна. Пацаны большие катаются. Смотри, колеса ремонтированы. Вот они, трибуны, видишь, трибуны, вот они.